Если вы являетесь поклонником кофе или красивых напитков, то этот рецепт для вас. Сегодня я расскажу вам, как приготовить эспрессо кон панна легко и вкусно. Такой напиток у итальянцев считается традиционным угощением. Выглядит такой напиток впечатляюще, поэтому можете смело предлагать его своим гостям. Важно отметить, что нужно правильно сварить кофе и не бояться немного налить гуще в чашку, так как она безумно полезная. Также используйте только натуральные сливки, никаких баллончиков. Можете украсить свой эспрессо кон панна корицей. Приятного аппетита! В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Подписка на канал – гарантия свежих вкусных рецептов. Вот из чего готовим блюдо. Эспрессо – 60 мл, взбитые сливки – 50 мл, шоколадная крошка – 0,5 чайных ложки, фундук – 0,5 чайных ложки, количество порций – 1. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи!